Димаш Черное Золото. Привет, слушатели, оставьте комментарий, нажмите на колокольчик. Знаете, первый серьезный вопрос, посвященный компании Black Gold или команде Димаш. Я видел Димаш с первой стадии певца и стал обращать на него внимание. Каждый певец должен быть сохранен. Каждое другое большое и маленькое событие должно быть как можно больше, если только в нем участвует Димаш. Я думаю, что Димаша, безусловно, первоклассный ресурс, высота пения, это также статус страны, а ССТВ, поддержка. Однако, как черное золото побеждает эту хорошую руку? Производительность бизнеса не преследует высокую температуру и не повышает уровень воздействия. Это действительно все, чтобы смотреть на деньги. С конца певца до настоящего времени, он увеличил десятки тысяч порошков. После закрытия масштабного мероприятия АПА, какие прохожие обратились к Уэйбо? Да, я хочу сделать его независимым музыкантом, который не любят развлечения. Так почему я должен подбирать парня? Димаше однажды сказал в своем интервью, что его любимая музыка – это музыка. Он надеется, что другая половина будущего также может наслаждаться музыкой. Парень в еде сказал ему, что музыка не является его самым важным. Я не знаю, что было, когда Димаш сказал это. В январе вспыхнул пожар Димаш, а в январе певец начал вещание. По сравнению с Жэнь Цзяоном, новичком мартовского и апрельского пожара в Хуанруе, люди уже собрали 4 миллиона порошков после того, как объявили о своей любовной связи. И пить за рубежом. Красота секрета, скорее всего, будет препятствовать будущему крупных брендов. Многие фанаты беспокоятся об этом. Фанаты беспокоятся о том, что использовать. Поклонники попросили так много предложений, что черное золото не услышало этого. Я буду продолжать обращать внимание на Димаш. Я не знаю, будет ли какое-либо улучшение в будущем. Разделительной чертой, которую я не поставил Димаш на уровень художника сегодня, просто стоя в перспективе упаковки художника и мышления о Димаш. Команда делает плохую работу, только для делового уровня команды, а не для нападения на любого человека. Привет, слушатели, оставьте комментарий, нажмите на колокольчик.